Привет, мои дорогие друзья, привет, дорогие мои подписчики. Как я уже говорила в стриме, что мы поменяли интернет, и вот мобильная компания сделала нам небольшой подарочек. В общем, мы сейчас идем в кино. Вот, я уже показывала это место в одном из своих видео. Что не, в общем, они нам оплатили один билет, мы идем вдвоем, один билет бесплатно. Вот такой подарочек, потому что мы теперь дружим с другой мобильной компанией, у которой интернет более с высокой скоростью и дешевле, чем у нас был. Так что оставайтесь со мной. Фильм я, конечно, снимать не буду, потому что у меня в прошлый раз YouTube заблокировал, где я вставила кусок фильма, который мы смотрели, и включил авторские права. Поэтому сниму только то место, где мы и будем смотреть это кино. Это торговый центр «Гиганты». «Гигант» переводится. И здесь на последнем этаже кинотеатр. Ну, а пока отключаюсь, друзья. До следующего сюжета. Так, это я показываю для новых подписчиков. Здесь можно оплатить билет, выбрать себе место, выбрать кино, которое вы хотите посмотреть. Но здесь оплата только банковской картой. Вот, видите? Вот такие автоматики. А мы будем оплачивать в обычной кассе наличными. Вот. Вот такое здесь кафе. Ну, там мы ждем время сейчас свое, что там билетик проверили, контроль. Вот такие нам билетики дали. Вот они с рекламкой Макдональдса. Обычно билеты от 7 до 9 евро. Нам дали со скидкой. На человека вышел билет 3 евро 65 центов. Ну, как я сказала, один билет бесплатный. Тут они выдали два билета со скидкой. Вот. Так, ну все, контроль там уже проверяют. Сейчас муж придет, пошел покурить. И мы поднимаемся в зал. Поднимаемся на эскалаторе. Тут, по-моему, 10 залов, если не больше. Море, какие номера зала? Так. Six SA. Так, вот. Вот, идем в наш зал. Второй. Третий, четвертый. Вот. Шестой. Вот такой тут зал. Вот такие тут кресла опять показываю. Видно кому-то? Вот. Ну что, усаживаемся. Попкорн мы не брали. Вот. И ждем начала сеанса. Ой, хорошо. Итальянцы не торопятся на начало сеанса, поскольку здесь в начале фильма будет примерно минут 10 идти реклама. Если фильм длинный, где-то через час будет перерыв. Ну, они тоже пускают рекламу, можно выйти в туалет, можно пойти себе еще кофе купить, или кто-то жует попкорн в этот момент. Можно купить, кстати, попкорном, в воздухе пахнет. Мы такое не едим. Мы пришли насладиться просмотром и посмеяться от души. Вот. Комедия называется «О Дио Лестате». Что-то про лето. Вот. Я ненавижу лето.
Вот. По-моему, я что-то подумала вначале. Дио — это ж бог, но другое слово. Так что сегодня насмеемся от души. Я уже начинаю смеяться. Вот. Так что хорошего всем вечера. Отключаюсь. Так, это реклама идет. Опа. Devi fare un po' di... Uomo, perché combatta? Ci mostreremo forti. Questa volta non troppo. È mio dovere proteggere la mia famiglia. Leone, coraggiosa, sincera. Porterò onore a tutti noi. Di tutti. Dov'è il bambino? Nessuno ci pecchia. Stai decidendo tu per tutti, Saverio. Che ci vuoi? 16 marzo a Bologna. www.cosmoprof.com. Dovete scoprire una terza stagione. Io sono la prima luce del giorno. Un tuffo nel piacere. Il momento d'oro. Sono il sogno che parte da lontano e arriva ovunque. Sono l'accordo delle arabica più pregiate. Io sono l'armonia. E il mio nome è la Vazza Qualità Oro. Nuovi qualità oro e caffè d'altura. Sinfonia perfetta. Очень хороший кофе. Ну вот так вот закончилась первая серия и небольшой интервал. 5 минут рекламы. Сюжет фильма заключается в том, что один человек сдал дом сразу 3 семьям итальянцев, которые отправились в отпуск. И все они встретились, когда заселились в этот дом. Все их приключения, истории. Вот. Но полфильма итальянского мата — это что-то. Надо учить итальянский, чтобы это понять. Вот так вот, друзья мои. Вот видите, часики там. Через почти 4 минуты продолжение. Ну, а я отключаюсь. Ну вот и закончился фильм. Насмеялись, нагоготались. 2 часа почти шел фильм. Вот. В общем, понравился мне этот фильм. Самое главное, чтобы вам на пути встречались очень добрые люди. Вот. Которые станут вашими настоящими друзьями впоследствии и никогда вас не кинут в беде. Вот такая концовка у фильма была. Вот. Ну все, друзья мои. Всем хорошего вечера. У нас уже стемнело. Вот, не сидите дома, не сидите возле компьютера, выходите гулять. А тут и дождь был, оказывается. Ух, как налило. Вот так вот. Отдыхайте, учитесь хорошо отдыхать, чтобы в вашей жизни
всегда было прекрасное настроение каждый день, несмотря ни на что. Все, друзья мои, отключаюсь. Вот мы едем на лифте стеклянном. Си-си. Вот так вот мы тут катаемся.